15 июля прошло 43-е заседание Десногорской избирательной комиссии. На повестке дня стояло три вопроса. Первым комиссия вывела из состава участковых избирательных комиссий работников предприятия «Саэс-сервис», так как руководитель выдвинут кандидатом на выборы в областную думу. Вторым вопросом комиссия ввела 7 человек в участковые комиссии, так как они должны на выборах работать в полном составе. Третьим вопросом избирательная комиссия рассмотрела регистрацию кандидатов в депутаты Смоленской областной думы 6-го созыва по 15-му округу, выдвинутого Смоленским региональным отделением партии КПРФ Олега Алексеевича Каравашкина. Зарегистрировать кандидатов в депутаты Смоленской областной думы 6-го созыва Каравашкина Олега Алексеевича, выдвинутого избирательным объединением Смоленским областным отделением политической партии Коммунистической партии Российской Федерации по одномандатному избирательному округу номер 15 при проведении выборов депутата Смоленской областной думы 6-го созыва. Дата регистрации 15 июля 2018 года. Время регистрации 10 часов 8 минут. Второе. Выдать зарегистрированным кандидатам в депутаты Смоленской областной думы 6-го созыва по одномандатному избирательному округу номер 15 Каравашкина Олега Алексеевича удостоверение установленного образца. Третье. Опубликовать настоящее постановление в очередном выпуске Десногорской городской еженедельной газеты «Десна» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования города Десногорск Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Удостоверение кандидату Каравашкину Олегу Алексеевичу вручил председатель ТИК Михаил Хоботов.